Весенние новогодние припомнили сегодня мы и улыбнулись мы в который раз. А потому что вспомнили количество огромное всего, что до утра вливалось в нас. Как гости собирались, как папа с мамой ждали, как дали мне огромный апельсин. Как было очень тесно нам, как дружно пели песни мы, и каждый пил не то, что приносил. Как выбрали Снегурочкой жену соседа дурочку, и как она от счастья нажралась, как села в таз с пельменями к всеобщему смущению и с мужем в коридоре подралась. Как папа был хорошеньким, как притворялся лошадью, как он меня по комнатам катал. И ржал он тоже здорово, потом сказал «до скорого» и долго-долго унитаз пугал. Как жарко стало в ванне, как он закрылся в ванной, как полную набрал и в ней уснул. Как будто в дальнем детстве он сам не смог раздеться и потому чуть-чуть не утонул. Как дядя с тетей Томою боролись в детской комнате, как дядя тетю Тому поборол. Потом качаться начали, измазались, испачкались, и дядя мне подушку распорол. Как Федор глупо пошутил, сказав, что он парашютист, и сиганул с шестого этажа. Как скорая приехала, как врач прибавил смеху нам, сказав, что Федьке в гипсе год лежать. Мне очень все понравилось, все так чудесно справилось, но праздник наш закончился, и вот теперь с утра до вечера мне снова делать нечего, скорее бы снова Новый год, скорее бы снова Новый год, скорее.